Я приветствую всех тех, кто решил заняться естественным омоложением лица и долгое время оставаться красивыми, молодыми и счастливыми. Я Ольга Малахова, ваш бьюти-коуч и тренер по фейс-фитнесу. Моя история грустна и банальна, но она похожа на истории многих женщин, которые решили заняться естественным омоложением лица и поддержать свою красоту на долгие-долгие годы. Мой опыт работы в индустрии красоты более 10 лет, и я знаю практически все про инъекции, аппаратные методики и сложные уходы. Молодость нашего лица во многом зависит от тонуса мышц и упругости кожи. Лицо и шея, как и все тело, покрыты мышцами. Мы уделяем очень много внимания стройности и тургору нашего тела и абсолютно забываем, что с мышцами лица также нужно работать. Ведь что происходит с возрастом? Обвисает лицо, появляются брыли, образуются носогубные складки, марионеточные морщины, верхнее веко опускается, под глазами возникают темные круги и синяки, появляются складки на лбу и морщины на всем лице. Просто посмотрите на себя в зеркало и увидите все то, что делает с нами время и возраст. И у меня была такая же ситуация. И даже мои знания в области индустрии красоты были недостаточными для того, чтобы сохранить мое лицо в идеальном состоянии до 37 лет. Лицо подвергается возрастным изменениям независимо от пола. Однажды вы проснетесь, посмотрите на себя в зеркало и поймете – вот оно, пришло, то самое время. Это может быть в 25, в 30, в 35 или 40 лет. И тогда наступает первое разочарование. И мы начинаем метаться в поисках и способах, как это изменить, как остановить это время, как вернуть свою молодость. Как любая женщина, недовольная своим возрастом, я перепробовала и инъекции, и аппаратную косметологию, и, видимо, готовилась к пластической хирургии в ближайшее время. И тут меня настигли другие разочарования, когда появились противопоказания, побочные эффекты и аллергия. И ничего не подходит. И казалось бы, это все, и ты должна смириться со своим возрастом. Нет, я пошла другим путем. Я нашла способ естественного омоложения. Я нашла способ, как остановить время. Это фейс-культура. Комплекс упражнений и определенных методик, которые помогают женщине всегда оставаться красивой, молодой и, главное, счастливой. Я, Ольга Малахова, приглашаю вас в свою онлайн-школу красоты лица и естественного омоложения. Приходите, и вы научитесь, как быть красивой, молодой, счастливой, как сохранить все то, что дала вам природа, или как восстановить прежнюю красоту и молодость. До встречи! Будем заниматься вместе!